русские националисты всегда выступали за традиционную семью, за общие ценности. Мы понимаем, что никакая госпошлина не заставит никого жить вместе, и мы бы более направляли бы силы государства не на введение пошлин на развод, а на воспитание молодежи, которая абсолютно сегодня не видит ценность этой самой семьи. Те ценности, которые сейчас пропагандируются, это гулять в клубах, зарабатывать деньги, а уже к 30 годам думать о семье. Ну, если будет такой подход индивидуальный царствовать, и с телевизора нам будут внушать эти новые европейские ценности, общечеловеческие так называемые, то никакие госпошлины не сделают так, что каждая вторая семья будет распадаться. Они все равно будут распадаться. Надо воспитывать молодежь.